Грустя, хорошо, сделал упражнение. Полтора. Пируэтика. Ага, и еще 2,5 за ковер. Что-то у меня складывается впечатление, что она не очень дружит с акробатикой. Тяжело вздохнула. Сальто вперед и полтора винта. То есть просто один винт. Да, она не, у нее акробатическая часть не сильная. Поэтому она вынуждена вот такими элементами, как большими поворотами, набирать трудность. Я думала, что она составит конкуренцию румынке. Тоже отказывается. Не похоже на Нет, это. Она ему по полчаса стоит в углах, чтобы дышит и сделать обыкновенную акробатику. Обыкновенно, сделала двойное сальто и чуть не на колени. Итак,